Сейчас хочу сделать вновь обзор моих тигрят. Дарков розового белата. Посмотрите, какие мы нынче черненькие. Это та кладочка, которая осталась у меня, детки. Есть прям темные-темные, да, но в основном они у меня в этот раз все темные. Видео снимаю, как всегда, со вспышкой. Но в любом случае, вот, отодвигаю, придвигаю, меняю. Детки черные. Так что, если кому-то хочется сейчас, ищем оказию, бронируем малышей. И пока тепло, можно что-то придумать. Кстати, вот не в далеком будущем, около, наверное, 11 ноября есть возможность отправить малышей в Москву поездом. Это все предположительно, но я думаю, что есть все-таки такая возможность. Так-то нам листики, парочка нам листик перевернула. Вот, любуйтесь, наблюдайте, решайтесь. Вот такие ребятки. Цена за таких малышек в половину то, что я продавала, больших. То есть приемлемо. Ну и по сезону, конечно. Весной они будут стоить полную сумму свою. Вот такие ребятки. Все, пока-пока. А, да, как всегда будут вопросы, где вас найти, как вас найти. Пожалуйста, ребята, мои друзья, знакомые, и кто уже общался со мной, посмотрите другие видео. В одном из них я прямо под видео дала ссылку в ВКонтакт. И в самом видео, в комментариях я уже много раз писала, где меня можно найти. Вот, это не составит абсолютно никакой сложности. Еще раз могу назвать каналы везде. Я зовусь Елена Курапова из Ярославля. Поэтому как есть, так и есть. Без ников, без всего. Все, пока-пока.